На молодежном форуме «Иволга» подвели итоги соревнований в сфере IT. Проводятся они ежегодно. На этот раз в шатре VSFI собрались более 50 человек со всех регионов страны. 5 команд в течение 48 часов показывали свои навыки системного администрирования. 48 часов на то, чтобы стать лучшими программистами «Иволги». На молодежном форуме прошло традиционное соревнование VSFI. Участникам, по легенде, нужно было исправить неудавшуюся программу своего коллеги, изменить структуру и дать характеристику. Но все это в жестких полевых условиях. На протяжении 48 часов ребята соревнуются и решают задачи, которые мы им набрасываем, держа их под постоянным стрессом. Стресс позволяет ребятам быстро учиться, схватывать все на лету и добывать необходимые знания быстрее. Плюс ребята становятся стрессоустойчивыми. И для работы системного администратора это, наверное, одна из ключевых обязанностей – не подвергаться стрессу, когда все летит в тартарары. Кирилл Ревнивцев на соревнования приезжает третий год подряд. До этого занимал второе и третье место. Сегодня вышли победителями. Вся команда получила по Wi-Fi роутеру, а сам Кирилл еще и бубен. Рассказывает, что в первый год на шатер VSFI наткнулся совершенно случайно. Так как я сам учусь на информационной безопасности, мне стало интересно, что в этом шатре происходит. Зайдя в шатер, я просто увидел огромное количество людей, которые просто сидят за компьютером и смотрят. Такой, ну все, мне сюда. И сейчас уже, наконец-то, на третий год мы взяли этот бубен в руки и все ударили спустя 3 года. Площадка работает с самого первого дня форума. Сначала лекции, потом соревнования. Ежегодно на Иволге ее организует Департамент информационных технологий и связи Самарской области. Кирилл Козин, Дарья Зотова, Александр Дудко. Новости губернии.